Бутылки из-под газировки, шоколадки и Ролтон. Такой набор мусора можно встретить во дворе дома номер 15 на улице Новоселов. Заглядывать в мусорный бак не обязательно. Отходы заполонили проезжую часть, стоянку осели в палисадниках. Весна подошла, значит, снег тает, да? И все то, что какие погрешности были зимой, они сейчас все покажутся. И, конечно, все уборка должна быть. Убирать надо все. Вот, посмотрите сами, вот мусор везде. Ну, еще жильцы, конечно, неправильно поступают. Берут и подходят, допустим, к мусорному контейнеру, а бросают рядом или вообще не доносят. Местные жители рассказывают, что ситуация повторяется с завидным постоянством. С одной стороны, они отмечают, что мусор вывозят нерегулярно. С другой, помойка неправильно расположена. Между многоэтажками дует сильный ветер, и мусор разлетается по всей округе. Жители обратились в ЖЭО, в ответ услышали обещание следить за порядком. Ольга Геннадьевна ходила в нашу ЖЭО, и типа там как сказали, ну давайте вот, то есть ее будут убирать, все будет хорошо и замечательно, вы вот только вот смотрите, вот, то есть пусть она останется, вот сейчас мы посмотрим, но будет порядок, вот, и на самом деле, по первости, может, первый месяц был порядок, потом мы, у нас глаз замылился, потом, извините, дела наши и все прочее. В дополнение к пакетам и листовкам двор загрязняют и машины, на несколько многоэтажек здесь всего десяток парковочных мест, поэтому водители нередко заезжают на газон. Зимой он был под слоем снега, а вот с приходом оттепели превратился в месиво. Делают не по-человечески они. Наверное, парковок не хватает. Здесь же не положено машину ставить. А и все газоны, все. И вот у нас во дворе тоже все, везде машины. Вот они, все машины, везде все заставлены машинами. Пройти не подойти, даже бывает, пройти нельзя. Машины едут и по тротуару, везде заезжают на газоны, везде. Правильно, они везде заезжают. Однако столько свободного места на детской площадке раньше не было. Оно появилось в прошлом году после ремонта теплотрассы. Сама детская площадка стояла все нормально. Перерыли из-за того, что меняли трубы. Вот. И после этого, получается, закопали, площадку туда убрали. Дети как бы негде играть, по сути говоря. Стояли лавочки, штуки три, горка, все это было нормально. Перерыли, все, этого нету. Мы направили официальный запрос в РМПТС с просьбой рассказать, когда площадка вернется на свое законное место. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».